Итак, сегодня Александр Лукашенко посетил Оршанский район. В городском поселке Балбасово проверил, как выполняются его поручения. Наряду с Оршей этот поселок в перспективе должен стать примером для всего региона. В Балбасово почти 4000 жителей. Населенный пункт расположен на пересечении логистических маршрутов, поэтому здесь строят мультимодальный промышленно-логистический комплекс. По поручению президента в Балбасово также восстанавливают аэродром, чтобы в будущем он смог принимать и грузовые суда. Но если этого проекта на перспективу, то благоустройство поручено завершить уже к 7 ноября. Это и моя родина. Я тут знаю каждую улочку, особенно где мороженое продавали. Ларьки там были на площади. Вы мне покажете, где это сейчас площадь, потому что преобразили очень. Вообще хорошо. Балбасов. Президент прошел по всему поселку и везде, куда бы ни заходил, интересовался мнением жителей. Один из главных объектов в поселке – Дом культуры. Здесь для детей есть хореографический кружок, для любителей спорта – тренажерный зал, а для людей преклонного возраста – занятия в хоре. Президент заглянул едва ли не в каждый зал, а после пообщался с людьми. В разговоре Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси поэтапно занимались наведением порядка в стране, начиная со столицы и заканчивая агрогородками. Однако несколько в стороне остались небольшие населенные пункты, как Балбасово. Только в Витебской области таких поселков 15. Не только вот это удобство для жизни, но и рабочие места здесь должны быть, и они будут появляться все новые, новые, новые. В общем, берегите то, что здесь создано, и не только за ваш счет. Ваших тут вложений почти нет. Это весь народ белорусский, особенно в Витебской области, оршанцы по копеечке собрались и вложили здесь средства для того, чтобы вы получили глоток воздуха и дополнительное развитие. То, что государство должно сделать, мы сделаем. То, что вы должны сделать, сделайте, пожалуйста. Но главное, сберегите то, что досталось вам на сегодняшний день. При этом президент подчеркнул, что не является сторонником исключительно рыночного подхода, и государство продолжит участвовать в развитии территорий. Речь прежде всего о создании новых рабочих мест.